Ty chodzisz tu, w stronę pań, która nazywa się Dom Mario. Mniej wraz. U niego ciężowa aura. Bądź ostrożny, mój drogi.
może ja do pryzi pinka pałku. No zali chacie bad no pryciwo. Pekatory, ja dążę pojej ciebie. A stać mnie brzyły. Ja mogę rozkazać kogoś, kto pomoże ci wybrać odsyłę. Ty dążę mój poszukiwania. Raska, da. Хорошо, спасибо. Здесь есть штаб-квартира. Я не могу продвинуться вглубь острова дальше этой точки. Орки — хитрые создания. Зачастую их недооценивают. Я полагаю, у них там что-то вроде секретного прохода. Осмотри стены на предмет скрытых выключателей. Помни, впрочем, эти выключатели обычно нужно нажимать в определенном порядке, чтобы механизм сработал.
Сто... Да. На... Хватит! Ты... I как я это сделаю?
Nie, nie, pakaj nie. Czemu ja nie słyszę o takim razie? Ty, nie, nie słyszę się. No proszę, nie. Мне никогда не открыть это без правильного ключа. Я знаю, о чем ты думаешь. Я встречаю на своем пути полчища нежити и призрачненные ловушки. Извини, но я никогда не имел дела с нежитью. Здесь тебе придется изобретать что-то самому. Возможно. Ничто не изменит. Нет. Всегда следи. Всегда следи. Всегда. Я бы не доверял кому-то сказать. Всегда. Я бы так не знал. Этого будет одни проблемы. Возможно. Лучше не говорить, не надо. Некоторые проблемы решаются сами собой.
Мне никогда не открыть это без правильного ключа. Ничего нет. Thank you.
сегодня. Thank you.
страшно. Это ты? Я. Понятно. Кто? Он. Он не. Знат. А что с... Их. Нас. Их. Чтобы... Да. И как я это сделаю? И как я это сделаю? Тебе все-таки удалось найти меня. Я долго ждал твоего прихода. Да ладно, не говори, что ты все это планировал. Разве, как бы... Кто ты? Ты еще не устал задавать этот вопрос? Поищи внутри себя, глупец. Ты поймешь, кто я. У меня нет имени. Так же, как нет имени и у тебя. Моим создателям мне дана божественная сила. Моя судьба — уничтожение этого мира. Так же, как... Разве ты... Нет, этого не может быть. Ксардос всегда говорил... Ксардос слаб, так предо... Зачем? Божествен, только как... По чьему повелению ты ведешь своих прихвостей на войну против человечества? Мой хозяин — владыка ночи. Ты знаешь его. Ты можешь слышать его зов. Мои армии поднимутся из пози... Хватит болтать! Я загоню тебя обратно под камень, из-под которого ты вылез, монстр! Ха-ха! Ты еще не готов победить меня. Какое-то мгновение отделяет меня от достижения моей цели. Твои кости помогут мне выпустить ветра смерти в этот мир. Thank you.
первая карта. Извини. Как тебе? Черт. Давай, тебе нужно. Мы поход, как тебе? Я у них, он, да, вообще. Больше ничего не нужно на этом острове. И человек убил зверя и вошел в царство Геяна. Сарнес, что именно произошло в храме Эльдората? С помощью Инноса ты уничтожил воплощение зла, и я впитал его силу. С тех пор, как я покинул круг огня, это было единственной моей целью. Чтобы достичь ее, я помог тебе выполнить твое предназначение. Геяр выбрал меня. Так ты теперь повинуешься Богу Тьмы? Нет, я повинуюсь Геяру не больше, чем ты повинуешься Инносу. И я только начинаю осознавать возможности, которые открываются передо мной. Но одно можно сказать с определенностью. Мы еще встретимся. Мы перегружены. Мы должны выбросить часть золота за борт. Руки прочь от этого золота. Послушай, будет действительно лучше. Я даже и слышать не хочу об этом. Я слышал, война с орками идет плохо. И? Возможно, нам все равно нигде не удастся потратить все это золото. Это золото останется на борту. Что толку от этого золота, если мы опрокинемся в самый легкий шторм? Ну, я не вижу шторма. Ага, нет. Расслабься, все будет в порядке.